Жуткое объявление сегодня появилось рано утром на одном из самых крупных российских сайтов о шоу-бизнесе. Там сообщается, что сегодня рано утром в шоу-бизнесе России появился такой слух, что российский певец Шура в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Что же с ним случилось, никто толком ничего не говорит. Известно только то, что уже несколько дней ему было плохо, но он никак не соглашался на госпитализацию. Сегодня ночью, к сожалению, ему стало намного хуже, и родственники, которые в тот момент находились рядом, госпитализировали его в больницу на собственном автомобиле. Будем надеяться, дорогие зрители, что эта новость неподтвержденная и самый обыкновенный фейк. Будем надеяться, что с певцом Шура все будет хорошо. Давайте в любом случае пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть он выздоравливает и возвращается домой. Не забывайте, друзья, что вам просто необходимо подписаться на наш канал, ведь только так вы не пропустите свежие выпуски, которые мы делаем для вас каждое утро. До скорых встреч, дорогие наши зрители и подписчики нашего YouTube-канала.